У нас теплоносителя хватит, топлива хватит, все это есть. Оно бывает связано с подвижками грунта. То есть начнется промерзание земли, возможно, подвижки грунта и механическое повреждение. Поэтому все бригады аварийные готовы. В каждом районе у нас в постоянном режиме дежурства по две бригады. Кроме этого, подрядчики готовы выйти для выполнения большего объема работ. Да, вот так. Там, да, и у нас.